не думаю, что активность будет намного больше. Ну, я полагаю, что, в принципе, мы сейчас находимся в ситуации, когда действительно давление избыточно на рубль присутствует. Ну, в общем-то, все-таки я вижу коридор несколько уже, то есть, чем Наталья сказала, ну, больше рубля полутора, наверное, в следующем году меняться в ту или иную сторону вряд ли будем. И действительно, тут Олег прав, это связано со ставкой, с нашими ожиданиями и пониманием того, как она может двигаться. В принципе, на длинном промежутке, то есть, если мы ретроспективно посмотрим с 8-9 года, мы, в общем-то, имели очень хорошую такую волатильность, динамика очень хорошая, и, в общем-то, я думаю, что на самом деле правильно, если мы хотим покупать или продавать волатильность, смотреть на уже более длинные горизонты, и на длинном горизонте действительно курс может рубля очень хорошо ходить. Ну, собственно, это свойство плавающего курса. Уважаемые спикеры, спасибо огромное. Зрителям тоже спасибо огромное за вопросы. У меня маленькое объявление, прежде чем мы все громко похлопаем, скажем еще раз спасибо. Мы сейчас без перерыва просто поменяем линейку наших одних спикеров на линейку других. Быстренько продолжим, и после этого кофе-брейк. Еще раз спикерам огромное спасибо за... Это пригласит пана президиума наших уважаемых гостей, Максиму Ульянову, коллеги.